Здравствуйте. Информационный час на телеканале «Эфир» продолжает «Хроника происшествий» в студии Ольга Лаврова. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту гибели рабочих на стройках города. С разницей в 3 дня на строительных объектах насмерть разбились 2 мужчин. Сейчас следователи выясняют, кто виноват в гибели людей. Первый раз следственная оперативная группа выехала на улицу Даурская. На стройке торгового комплекса погиб 41-летний мужчина. Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». По предварительной версии, плотник выполнял монтажные работы по съему опалубки с монолитной конструкции и в какой-то момент упал с высоты 13 метров на землю. От полученных травм мужчина скончался на месте. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Второй несчастный случай произошел на проспекте Победы, где возводится многоэтажный жилой дом. Возведение жилищного комплекса на проспекте Победы продолжается уже несколько лет. Однако даже сейчас нельзя сказать, что строительство вышло на финишную прямую. В день трагедии работы велись также и на верхних этажах. По предварительным данным, 26-летний мужчина выполнял строительные работы и упал с 14 этажа в мусоропровод на 8 этаже. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, выясняются все обстоятельства произошедшего. От полученных травм он скончался на месте. Сейчас следователи опрашивают очевидцев этой трагедии, чтобы выяснить все детали происшествия. В Челнах ищут мужчину, который изнасиловал и ограбил 48-летнюю женщину. Над жительницей Автограда надругался молодой парень. Жертва преступника смогла запомнить своего мучителя. Полицейские уже составили фоторобот. Глубокой ночью нетрезвую даму заметил молодой мужчина. Жительница Автограда направлялась в сторону своего дома. Злоумышленник подкрался к своей жертве сзади, ударил ее и повалил в сугроб. Женщина кричала и просила отпустить, однако ее мольба лишь обострила ситуацию. Злоумышленник сорвал с жертвы одежду и надругался прямо на улице. Сопротивляться у нее не получилось, потому что преступник превосходил ее по физическим параметрам. Это первое. Второе, само по себе и его нападение было неожиданным. Сейчас полицейским важна любая информация о злоумышленнике. На вид ему 20-25 лет, с густыми черными бровями, худощавого телосложения, среднего роста. Если вы узнали мужчину на фото, то просьба обращаться в полицию по телефону 02. Правоохранители предполагают, что, возможно, через некоторое время насильник вновь даст о себе знать. Весной у некоторой части неустойчивых лиц наблюдается обострение, и поэтому во избежание подобных преступлений просим челнинцев, челнинок, если вы задержались на работе или задержались в гостях еще где-то, лучше не рисковать, пользоваться услугами или такси, или пусть вас забирают домой ваши близкие, знакомые, друзья. Все экстренные службы города выехали сегодня ночью на проспект Ибрагимова. Очевидцы сообщили, что в одной из 5 этажек горит балкон. Спасатели МЧС возгорания не обнаружили, но во время поквартирного обхода выяснили, что ночью один из жильцов на своем балконе развел костер, чтобы сжечь бумагу. Вероятно, небольшие языки пламени и заметили прохожие. Полицейские предположили, что хозяин квартиры мог быть нетрезв, но с уверенностью об этом можно говорить лишь после экспертизы. Невнимательность за рулем привела к аварии сегодня ночью в районе речного порта. Там «Лада» 14 модели протаранила «Мазду». От удара иномарка залетела на металлический отбойник и буквально повисла на нем. После аварии владелец «Лады» сильно расстроился не только из-за повреждений, которые получила его машина, но и потому, что попал он в довольно глупое ДТП, характерное в основном для водителей-новичков. На всем ходу протаранил автомобиль, который перед ним остановился. Говорит, буквально на пару секунд перестал следить за дорогой, но этого времени оказалось достаточно, чтобы разбить 2 машины. Ехала со стороны речного порта в сторону улицы Татарстана. Получается, отвлекся. И этот, впереди него стоял троллейбус, он в последний момент заметил. Он тоже хотел как бы объехать, что ли, и я этот, не среагировал. И гололед бы здесь был еще. Хотя водитель «Лады» и пытается объяснить аварию гололедом на проезжей части и троллейбусом, который переградил почти всю дорогу, но парень при этом соглашается, что это всего лишь попытки оправдаться. Если бы он соблюдал безопасную дистанцию, ничего бы не произошло. После удара иномарку подбросило на высоком сугробе, и она оказалась на металлическом отбойнике. Снять «Мазду» с дорожного заграждения удалось лишь с помощью буксира.
Сегодня Приволжский районный суд вынес приговор троим братьям Зайнуллиным. По данным следствия, летом прошлого года молодые люди совершили несколько разбойных нападений. Находясь в нетрезвом состоянии, они напали на девушку и похитили у нее сумку. Спустя месяц жертвой братьев стал молодой человек. Я не понимаю, как вообще судят. Я не знаю, не понимаю. Вот прокурор, вот вообще, чем он, не знаю, говорит, 7 лет запросил. За что? За что? Вы мне объясните хотя бы кто-нибудь. По делам доказательств нет. Как можно судить невиновного человека? Как? На протяжении последних 8 месяцев Дмитрий Зайнуллин настаивал на своей невиновности. Сегодня в суде он был также верен своим словам. По его утверждению, в день преступления он был за городом. Все сидят и все на это все смотрит открытыми глазами. То, что люди сидят реально ни за что. Вот ни за что. Я никаким ни боком, там не знаю, ни к чему я к этому делаю. Я не знаю, этих людей вообще впервые вижу. Статью какую-то там 306, 307. За что? Они реально правду говорят. Я в этот день в Камском Устье был. Было совершено разбойное нападение с применением оружия, то есть пистолета, также газового баллончика. Второй эпизод, это совершено в отношении Нелюбова уже в июне месяце. Там с угрозой применения предмета, это газовый баллончик, а также нож. Правда, нож не нашли. Кроме того, были похищены документы у потерпевших. Многочисленные друзья и родственники подсудимых не верят, что братья могли нарушить закон. Каждый был готов подписаться под их невиновностью. Когда я был на рыбалке, единственный раз в жизни, я созванивался в момент преступления, как раз полпервого ночи где-то, я созванивался с друзьями, я спрашивал, кто присутствует, и сказали то, что Дмитрий, Илья, они присутствуют здесь с нами. И вот только от этой даты, от этой фотографии, то, что я был на рыбалке, фотографировал рыбу, от этой даты оттолкнулись и вспомнили то, что они действительно находились там в момент преступления совершенно. Однако доказательств оказалось достаточно для обвинительного заключения. Приволжский районный суд приговорил Дмитрия и Владимира к 6 годам лишения свободы. Илья Зайнуллин получил на год больше – 7 лет. Помимо этого, они должны выплатить одному из потерпевших 25 тысяч рублей. После небольшого перерыва мы продолжим. Оставайтесь с нами. Своеобразный способ уборки снега продемонстрировали сегодня ночью дорожные службы. Огромные сугробы, которые за зиму скопились у края дороги, рабочие решили не увозить на снегоплавильные пункты. Вместо этого всю снежную массу они ровным слоем раскидали по всей проезжей части. Таким образом, на асфальте образовалась опасная снежная кажа. Очевидцы сообщили, что на Кремлевской дамбе из-за искусственно созданных плохих дорожных условий кто-то из автомобилистов даже попал в аварию. Но, видимо, из-за отсутствия полной страховки не стал дожидаться приезда инспектор в ГАИ и уехал с места происшествия. Авария с участием трех машин произошла сегодня утром на пересечении проспекта Имашева и улицы Бондаренко. По словам водителя Гранта, он ехал на зеленый сигнал светофора, когда в его левую сторону врезался автомобиль «Дацун». От удара легковушку отбросила наехавший рядом «Шевроле Авео». Было потеря памяти так на 1-2 минуты. Вот. Ну, голова ударилась, конечно же. Вот и результат. Вся сила удара пришлась на левую сторону Гранты. В результате столкновения водитель «Лады» сильно ударился головой. Однако от госпитализации решил отказаться. Сказал, что сначала нужно разобраться в ситуации. Водитель «Дацуна» посетовал, что лучше бы он остановился на загоревшийся желтый. Однако вместо этого лишь прибавил газа. Ну, на моргающий желтый, ну, красный, по сути. Виноват я. Всего в ДТП пострадали 3 автомобиля. После тщательного осмотра повреждений своей машины хозяйка «Шевроле» сильно засомневалась, хватит ли страховых выплат для ремонта ее транспортного средства. Думаю, что с места не тронется, потому что, как сами видите, колесо вон все. Думаете, страховки хватит на лоб? У него? Вряд ли. На 2 машины-то. Если опасения девушки оправдаются, то, скорее всего, участникам ДТП придется еще не раз встретиться в суде. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Я желаю вам всего самого доброго. Эфир продолжит. Всем Алексей, здравствуйте. Здравствуйте и добрый вечер. Казанцы начали сами решать проблему с парковками во дворах. Собирают деньги и ставят шлагбаумы. А вот готовы ли вы поступить так же? Обсудим прямо сейчас.